Привет! Сегодня я покажу, как относительно легко и относительно быстро анимировать походки, бег и тому подобное движение. Для этого я буду использовать два инструмента. Basic Overhead Script и Anim Mirror Helper. Этот метод работает не только для таких анимаций, он работает и в реалистичных анимациях, когда вы будете делать под реализм. И в мультяшных анимациях,